Концерн «Мультигрупп», «Евромюзик Интертеймент» и группа компаний «Принц» представляют. Москва, 16 декабря, 18.00. Государственный Кремлевский дворец. Главный концерт года. Новогоднее «Таши Шоу». Участвуют Ашот Газарян, Левон Гаручунян, Нуне Есаян, Игорь Саруханов, Папин Паусян, Араме, Сильва Акопян, Раз Микомян, Софья Махаян, Рафаэль Ерянусян, Андроник Гаручунян, Мартин Макарчан, Репсиме Акопян, Арсен Сафарян, Сона, Арам Артиросян, Ивета Мукучан, Саротов Масян, Моника Назарян, Елена Вартанян, Хамлет Геворкян, Тамара Петросян, Мага, Лили Ховеш, Саркис Аветисян, Арман Томасян, Наира Диланян, Нарек Бавея, Эдгар, Нарек Геворкян, Сева Камроян, Маргарита Позоян, Рубен Сасунци, Лилит Карапетян, Гурген Дабагян, Сюзи Меликян, Хайкос Питакци, Роза Филберг, Григорий Есаян, Карен Боксян, Март Бабаян, Сосо Павлиашвили, Нашана Айрапетян, Яна Оганесян, Хайк Петросян, Арусик Тигранян и многие другие. Ведущие вечера – Раф Газанчан и Анна Горшкова, Магер Армения и Мери Макарян, Артем Акопян и Анна Манучарян, Гриша Агаханян и Нона Гришаева. Спешите на новогодний огонек. Вход в вечерних туалетах ведется телевизионная съемка. Билеты по телефону плюс 7 495 517 5057 на сайте концерт.ру или в кассах Кремля. Генеральный спонсор – компания «Мультигрупп» и Ереванский коньячный виноводочный комбинат «Арарат». Спонсоры – гостиничный комплекс «Фараон», «Принц Парк Отель», компания «Лудинг», генеральный информационный партнер – телеканал «Кентрон ТВ», информационные партнеры – телеканал «Сонг ТВ» и радиостанция «Восток-ФМ».